Всем доброе утро. У нас вовсю уже идет вакуумная инфузия. Делаем крайнее крыло, и после этого останется только порог. Ура! Ну вот и закончена инфузия последнего крыла. Особо без происшествий. Сейчас греем, сушим. Завтра будем доставать. Посмотрите, какой получился фонарь. Без полировки, благодаря хорошей матрице. Папа у меня, конечно, кудесник. Сейчас будем ее обклеивать и красить. Покажем, что получится. Итак, день второй. Снова катаемся с очень красивыми видами. Пытаемся покорить вчерашний рекорд по расстоянию. Посмотрим, что получится. В общем, я у мамы инженер. Так, это BMW, это диск от Волги, это тормоза от мотоцикла гоночного. Значит, сейчас мы это все женим. Жду токаря, кое-что он мне сегодня отдаст. Это уже прикрутится колесо, померяется, как конкретно будет стоять суппорт. Вот. И на BMW Антона Козлова появится скоро тормоза. Сюда еще переходничок. А здесь будет алюминиевая ступица. Гоночная. Такие дела.